В Иванове стартует новый молодежный конкурс «Генератор идей». Авторы инициативы общественной организации «Новый рубеж». Суть конкурса проста. Участники предлагают проекты социальной тематики. Лучшие из них принесут своим авторам ценные призы и, возможно, будут воплощены в жизнь. Принять участие в конкурсе может любой житель региона в возрасте от 14 до 30 лет. Наличие оригинальных и свежих идей обязательно. Заявки принимают в течение 2 месяцев – с 1 марта по 30 апреля. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо для начала ознакомиться с положением о конкурсе, заполнить заявку, паспорт проекта и направить нам ее, так сказать, на исследование. И положение, и заявку, и адрес электронной почты можно посмотреть в группе социальной сети ВКонтакте. Вот, просто ввести в поиске «Генератор идей. Региональный конкурс проектов».